В Магаданской области полным ходом идет путина. Соответственно, на рынке увеличились продажи красной икры. Однако цены совершенно разные. Если на рынке урожай полкило икры горбуши стоит 2500 рублей, то на просторах социальных сетей калмычане продают ее уже от 3300 рублей до 3500 рублей. Хотя вес не меняется. И это странно, потому что сейчас горбуши идет очень много, поэтому просто нет необходимости так сильно поднимать ценник. Тем более намного безопаснее покупать икру на рынке или в специализированных магазинах, из-за того, что там у сотрудников есть все необходимые документы, подтверждающие качество икры. Более того, продавцы рассказали вечернему Магадану о том, пользуется ли спросом красная икра. Оказалось, что сейчас икру берут в основном для себя и совсем немного. Но когда жители региона улетали в центральные районы страны и в качестве гостинцев собирались везти икру, то тогда она пользовалась большей популярностью.